20-летняя Диана Шурыгина откровенно рассказала о расставании с мужем. Телезвезда поделилась своими эмоциями после разрыва с 29-летним видеооператором Андреем Шляниным. Блогер призналась, что за 2 года прошла с мужем множество испытаний. Она начала понимать, о каких стадиях в отношениях говорят вокруг. Супруг не разделял ее желание наслаждаться свободной жизнью. Андрей намного меня старше, уже хочет ребенка и постоянно заводил об этом разговор. Но я понимала, что мы, особенно я, к этому не готова, сообщила Шурыгина. Блондинка пришла к выводу, что поспешила с замужеством. В итоге она разочаровалась в семейной жизни. Отношения перешли в стадию бытовухи, пропала прежняя страсть, а мужа я начала воспринимать больше как брата или друга. Короче говоря, я поняла, что слишком рано выскочила замуж. У меня еще вся жизнь впереди, а я взяла и приковала себя к одному человеку, призналась Диана. Шурыгина выразила надежду, что ее искренность поймут, а не станут осуждать. Девушка отметила, что чувствовала неудовлетворенность браком, который внезапно превратился в рутину. Она уверена, что была бы несчастна, оставшись с Андреем. Диана вышла замуж за оператора Первого канала в октябре 2017 года.